Йо-хо-хо, уважаемые зрители, всем привет, с вами как всегда Такс Филиппин и Леро, и сегодня мы играем в адский Детран в GTA 5 онлайн, побежали! Ау-е, всем доброго нигеру, всем, друзья! Всем-всем-всем! О, Макс, ты только посмотри, смотри! Это что это вообще такое? Мне нравится, как сделано это стилично. Здесь как будто были грабители банков, причем из GTA 4, по судя всему, здесь в спортивной сумке здесь был Ника Белик. Страшная тайна раскрыта этой GTA-шки. Детран с Ника Беликом. Да. О, тут чувак застрял головой. А как? А как мне, подожди, ребятки, а как мне пройти эту штуку? Как это? Давай, Леха, давай. Там надо как-то перепрыгнуть через машину, что ли, получается? Я сейчас попытаюсь. Окей, все отлично, у меня это получилось. Нет. Максим у нас упал, это очень плохо. Для него может закончиться. Окей, побежал дальше. Там автобус. Давай, потей, братан. Там меня ждет автобус. Бегите. Так, окей, я залажу на автобус, ни хрена я на него не залажу, падаем, потому что этот чертовский автобус упал передо мной, и мне не оставалось никаких вариантов, как пытаться на него залезть, но мой чувак решил, что нет, братан, капот слишком скользкий, я пойду вниз. Самое главное, это разминка, это любой секрет успеха, просто размялся и можешь сразу начинать нагибать все, что тебе нравится. А почему мы в воздухе? Лерой прямо пузом упал, слушай, как же ему больно, наверное, было, просто представьте эту боль. Так, берем снайперки. Мне так больно, я не могу. Так, чуваки уже пытаются пройти, мы ждем их вариантов прохождения, так, окей. А ты двое только осталось уже, только уже двое осталось, окей. Один-то как вообще сдох? Как один-то сдох, алло? Диджей Никитка идет, пытается. Сейчас, смотрите, диджей Никитка прыгнет. О, я тебя помню, чувак, помню. Давай, сейчас подскажу. А Серега с другой стороны, сейчас они должны были столкнуться. Понятно, до свидания. Ой, я сейчас чуть сам не упал-то. Хорош. А что там Серега так нагнулся? Тоже размялся, да? Слушай, на спортивная сегодня серия или пьяная вообще? Не знаю, пьяный Детран. Пьяный Детранчик вообще затащит. Сережка, лови. Сережка не поймал. А, жалко. Сережка, прошаренный. Так, посмотрим, как этот чувак пройдет. Сможет ли он? О, красавец. Ну, там тоже я смог. Ага, злополучный автобус Серега преодолевает. И, в принципе, удачно. Да. Так, да как он, он просто движен, тупо сводится. Вот у них что-то чувак не решил это проскользить на капотике. Вообще прям. А тут вот сейчас попробуй. Опа! Не, пацаны, не надо тут. Нет! Ну зачем? Максим! Филиппент! Вы что делаете, Филиппент? Филиппон. Шутки, да? За 300. А, Серега пробегает! Капец, он ловкий, знаешь, такой червь склизкий такой прям. О, смотри, как реально. О, что с ним там вообще происходит? Что-то дудосится парень. Дудосится Серега там, дудосится пьяный, Детран не может пройти Серега. Серега выпил очень много для того, чтобы проходить. Все, упал, да? Молодец, попрощаемся с Серегой. Серега у нас откипел, интоксикация алкоголем у нас зафиксирована. Окей, следующий чувак у нас вступает на нашу пьяную тропу смерти и пытается ее пройти. Давай. Путь до рюмочки очень долг. Не стреляйте по нему, не стреляйте. У него и так уже белочка, видишь, на это. На голове. Новый год еще продолжается. Ему кажется, что он единорог, поэтому он делает самовыпил из этого мира, потому что он много пил. Не пейте много, ребят. Окей, мы упали на эту адскую тропу смерти и пытаемся ее пройти. Окей, погнали. Максим, главное, не столкни меня, мы делаем очень опасно так. Грязь. Это грязно. Да, давай, погнали сразу. Окей, я разобрался с этой штукой. О, ой, реально капот, я сейчас сквозь капот прошел. Как так-то? Нифига себе. Какой ты богат на эмоции, я смотрю. Давай, пробегаем. Бетономешалка. Да. Так, окей. Грабители банков, пройдем грабители банков, окей. Тише, так. Миниган, слушай, тут есть миниган. Самое попное доброти машины, как я понял. Да, есть такое. Там уже дальше будет проще. Так, сводимся. Так, здесь аккуратно. Здесь не торопясь надо, так. И молча. Это куда? Ага, Макс упал. Ага, давайте похлопаем бедному Максу овации, грацем ему в зал просто. Вот вы сейчас видите, кушайте. Бон аппетит, ребятки. Вот, но похлопать Максиму следует за его попытки. Я в кусты упал, пацаны, на шершень. Шершень, пьяный шершень. Ой, смотрите на этого человека-паука. Он прям прицепился к этому скользкому капоту и пытается пройти дальше. Человек-паук. Как же его зовут? Бу! Та-та-та-та-та-та-та! Такс! Синонко! Буратакс! Буратакс! Хэштег просто Буратакс, ёпта! Буратакс! Давайте соберем 15 тысяч лайков, и я переименую канал в Буратакс. Конечно, нет. В скобочках. Эбан, провокация! Эбан, мне показалось.
Ой, опасно так бежать, не сводясь. Ой. Я прихожу к этому адскому сейфу. Здесь очень много денег, и я чую, меня ждет спех. Но дорога будет скользкой, и... Ой, она реально скользкая, блядь, что с ней? Она пипец вообще. Какая мерзкая, слушай, как будто набухался, не знаю, на Новый год какими-то разными препаратами. Давай, держись. Ёпте в каку! Так нет, я не падаю. Отлично. Только. Нет, держи. Держи, дебил. Держи кусок. Давай. Нет. Я побежал. Тише. Отлично. Так, встаешь. Просто вставай. Я не знаю, как ты допрошел, Лёха. Я прошел, изи. Давай, держи. О-хо-хо, изика. Давай, красава. Знаете, ребятки, новый предмет в школе, изика. Изика. У меня пятерка была по изике, отвечаю. А там еще, там самое главное, это лайфхаки, да, изика? Лайфхаки, да. Так. О, Лерой, смотрите. Что-то Лерой вообще лагает. Тихо! Я пытаюсь аккуратно проходить. Какая жопа у тебя, Лерой. Вот если бы ты не был мужиком, я бы тебе сделал комплимент за твою хорошую... Так, ааа! Ты как? Это автобус, который сделал сальтуху. Это что, блядь, было? Я, понимаешь, я как в тупом американском фильме замер и смотрел, как эта хрень падает на меня. Я был просто в моральном шоке. Лерой у нас, как всегда, падает пузом на гречку. Да. Не знаю, зачем. На гречку. Пузом на гречку. Покупался я в речке. Значит, говорю я о гречке. Ехал грека через реку. Видит грека в реке Макс. Ну, вы поняли, да? А что где тачка? В натуре тачка. А где тачка-то? Тачки-то нет. Свистнули, пацаны, украли. Украли, пацаны, украли. Так, Сережка, смотрите, Сережка. Дальше у нас идет декольте. Колье. Да ты зачем? Не кидайте. Так, после сережки у нас что может пойти? Колечко у нас проходит, колье и сережка. Смешно, да? Сережь, ставьте лайк, если вы посмеялись над этой шуткой. Ставьте 2 лайка, если вы девушка, и вам это очень понравилось, шутка. Вот. А где бензобак там? Что он делает? Как жив-то цел? Какой смотри. Живой-то, смотрите это. Живее всех живых, прям как Гуф. Он Гуф только живой, да? Да. Ну как это? Ну да. Серёх, ты умер? Не, тебя убило. Убило, Лёха, очень сильно. Убила, да это в твоем стиле. Детран за Детраном. Лёха. Всех живых. Лёха, ну, Лёха. Убитый раком. Раком. Раком МКФО, е. По Серёге стреляй. Убивай. Караван, еби гусей. Да Максиму! Подстава, я думаю, вообще двигаюсь. А Макс, слушай, этим и занимался, чем я сейчас ему посоветовал заняться, да? Вообще, ты хоть жук получил, когда выебал гуся. Макса, Максумовская ферма, что ли? Я предлагаю тебе заняться спариванием 2 гусей, поэтому отправляйтесь в музей. В музей восковых фигур, мадам Тюсо. А, да, давайте еще в мадам Сосо. Соси, месье. Там Сережа прошел пьяный, а где они там все? Ну как бы да, Серега где-то там был. Нету Сереги. А Серега похоже, что с собой? Серега выпилился, он не выдержал. Никита идет очень пафосно и вальяжно, поэтому получи. Он просто... Ау! Ну чё он такой? Ну он слишком на понтах был, я не выдержал. Я пацан, видишь, на спорте вообще не, это... Не любишь понтов, я... да? Красавчик, ты посмотри на мои брюки, а не видишь они по размеру, какие я прошел, из своего двоюродного младшего брата донашиваю. Братан, вообще шпирится, штырится. Дайте я извинюсь перед диджеем Никиткой. Он мне сделает... Диджей! Никита! Прости меня! Я не хотел. Вот. Ага, он мне сделает крутой микс. Этот чувак все еще пытается пройти, окей, ждем. Ну слушай, он прошел, нормально. Сейчас мы его прихлопнем. Сейчас упадет. Я ему отомщу, знаешь ли, вот этим автобусом, который сделал цельтуху на меня тогда. Ну все, не может. Давай. Полетел вниз, все, отлично. Эй, ба-ба-бам. Хей бом бом, подловите этот ритм, хей бом бом, подловите ритм, хей бом бом, хей бом бом, хей бом бом, сразу. Пошел нахуй. Дудос просто. О, разбитбоксили Максима. Как прогреть Максима? Знаете, если тачку надо заводить, там прогревать 5 минут, Максима достаточно пробитбоксить, он прогреется. Хорошо прогревается Максим. Он даже без вебаста вообще нормально прогревается, дизельный Максим. Нормально. Да, бро. Давай. Твою мать, все, Максим, у меня сердце так в пятки ушло. Смешно, я чуть не помер вот сейчас здесь. Чувак, мне было жаль тебя, ты был лучшим почему другом. Почему я как лопасы, но ты... Кто по мне стреляет, какого хрена? Не надо так делать, ребята. Мразище. Это очень плохо, это очень плохо. Понятно, аптечка, единственная аптечка, которая могла меня спасти сейчас. Молчанов, ты что? Это единоличничество, это мерзко.
Чуваки, это мерзко. Иди быстрей. Чувак, дай аптечку, Молчанов. Молчанов, дай аптечку справа, моя. О, спасибо. Кто там хлюпает? Это что-то не по-божески вообще. Бля, Максим, вот ты животное. Давай, давай, ты давай. Чё вы думаешь? Я боюсь твоей... Тут, кстати, банки, слушай, инкассаторские тачки, что, в принципе, это... в тематике у нас сегодня. Окей, пьяный забег. Пьяный забег, пьяный забег, пьяный забег. Оп, бля. Пьяный забег? Давай, 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 крысиные бега устраиваем. А? Да почему эта штука такая ваговая? Вообще, кто по мне... Диджей Никит ко мне мстит, он прям... Да. У него прям желчь из его поджелудочной железы выкатывается прям клубами на меня. Какая клубами. У тебя фантазия богатая, Леш, да, просто. Да, сифилисная, корыто, стрелятельная, все, давай. Сифилисная. Стрелятельная, сифилисная, корыто, вас это не возмущает вообще? Как вот жители нашей советской деревни. Леша, ты возмущаешь поселок меня. Поселок Жирный Пупок, давайте продолжаем. Ты меня смущаешь, я бы сказал. Опять чую комментарий, какую хуйню ты несешь. Что вы? А люблю сусали. Я не нести, вот люблю. Что вы интересно, сусали, Алексей, это смешно. Сегодня? Давай. Алексей, я... да. Я автобус сегодня только вот этот. А-а-а, нет! Тупой! Вау, сейф! Everybody! Живи, живи, everybody dance, come on and dance! Помните, бурановские бабушки такую песню заливали? Come on and dance. Мне вот не нравится. Убейте диджея Никитку, он куда? Нифига. Я четкий чел, я четкий чел. Хера даже, откуда модели-то эти взялись, машины? Гротти, это же вообще... Так. Гротти какие-то, да. Да кто стреляет, ебить? Давай налево. Вот сейчас будет Лёха. Лёха, как ты здесь будешь, это интересно, жить? Блять, на чё ты это сказал? Я такой тупой момент всрал. Я не знаю, я пережал других... Да ёпта! Бомбит, мой бугат. Мы идем, мы найдем. Сами знаете, что. Алёша. Смерть свою. Деньги, спасибо, Макс. Ты как раз мне долг должен был вернуть, спасибочки. Доларки, вот товары. $5, сука, не вернул мне. Вот сейчас отдал. Интересный такой. А, о, вот это вот проценты, братан. Вот это проценты ты мне проценты вернул. Проценты вообще. Там такие проценты, там такие миллионы, там такие горы. Здравствуйте, вы нам должны процентную ставку. В миллиард долларов. Долларов, долларов. Долларов. Клару, 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 долларов. Максим, ты у Алёши ипотеку брал? Ты у Алёши, знаешь, как туалет звучало сейчас? Ты у Алёши. Туалет, туалета я брал у Алёши. Так, 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 бежим, 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 бежим. Опачки, пацанчики, берегите очко. О, как говорится. О! О, залазит, это залазит. Угроза, Алёша. Они все стреляют и прям по мне чувствуют. Ой, да, 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 дико. Да, да, да. Когда да, да, да. Дудо, Дудо, Дудо. Знаете самолет Дудо? Дудо, да. Из GTA 3 с обрезанными крылышками. KFC. Даже так. И твистером, которого здесь нет. А вот дайте мне угадать, скоро в KFC появится меню под названием Лерой. И что оно будет из себя представлять? Зажаренный мотоцикл, знаешь, пердаком. Зажаренный это, мотоцикл. Бомбящего зажаренный Максима. Зажаренный мотоцикл. Так петух, бля! Топ фраза века просто. Давай, 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 давай. Вот это я марафон дал, просто марафоним. Петушара, петушара. Давай, ёпте, назад не прыгай. Нет, нельзя, нельзя. Хорошо. Хорошо, как. Хорошечно делаешь. Братан, ты топ. Хороший. Нет, 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 нет. Топ хороший. Топ, отлично, отлично. Топ, топ, 5 топ, GTA, топ, да? Топает малыш, давай. Топ 5 GTA, топ 5 GTA 5. Проходим, 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 ребятки. Застыв дыхание, заострив внимание. Проходим. Давай, Алексей, Алексей, проходи, проходи. Подожди. Я читер. Читер, читер. Так, 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 так. Вот по тебе стреляют, вот видишь, да? Да что, срать? Это хакер стреляет. Опасный автобус, смотри, чмошная автава. О, давай, давай, давай. Давай, теперь я возвращаюсь на то место, где я в прошлый раз умер. Come on, come on, come on, смогу ли я теперь его осилить и не зараковать, как лох? Для этого мне нужно что делать? Меньше, как говорится, базарить, больше делать. Да, соберись, я могу за тебя поговорить. Давай. Алёша, у нас сегодня этот человек, блядь. Вот. Сука. Сука. Алёша, этот, сегодня человек у нас, блядь, во. Не, люди, я прохожу, смотри. Диалог, блядь, ебаная. Цитатка ебаная. Она реально ебаная просто. Давай, крути рулетка ветряная. Быстрее своей лопасти. Чё ставишь, Лёха, на рулетку-то? О, так, подожди, тут какие-то шарики были, отвечаю, прохожу, смотрите. Шарик в очко. Блин, а шары упали. Надо было так а шары упали. Пипец. Сосите песос, ребятки, шары упали. И теперь я прохожу шар, этот... Другой шар слева здоровый, да? Шар, да, а шар-то для чего вообще?
Шар красивый для красоты. Так, 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 смотрите, ребятки. Главное, чтобы я не умер от мотоцикла. Ой, тихо. Бо-бо-бо, давай, давай. Садись на мотоцикл, едь, давай. А не, его красиво. Ракетная тачка, да ну! Серега, что ты наделал-то? Диоты, что ли, вообще? Только ровно встань, ровно встань, главное. Диаметрия, сука. Поехали. Разгон. Шуруй. Бок, бак, бак. Вау, это топ, ребята. А там у нас что? Там у нас что за этой платформой? Вот мне интересно. Это же самый крутой Детран, что я вообще видел когда-либо. Эпик, эпик. Ох ты. Охренеть, вертолет-то смотри. Оранжевый по фэншую. Вообще. Знаешь, не говенный какой-то поставили, а Ми-8, нормас. По-русски. По-русски, вообще, отвечаю. Вася, спасибо. Почему, когда сказали по-русски, я начал говорить кавказским акцентом, которым я не умею говорить вообще. А как же Грозный, война. О, чувак, такие шутки у нас на районе не ценят, поверь. За такие шутки. Это история, я вообще-то не шучу. Ну, Максим у нас, кстати, факультет истории преподает, если вы не знали, Максим работает преподавателем в местной школе. Школьники его любят. Ищите его больше. Школьники его любят. Как неудивительно. Меня тоже. Ребят, только его школа очень платная такая прям. Лёша, попадёшь хоть раз, нет? Так пулемет возьми, бац! Нет, я хочу их на попугай. Попугай, как попугал. Попугай, блин. Попугайка. Попугайка. Так, да как пушка, пушка, пушка. Ты дымишься уже, алло. Дымлится мой пукан, я ни хрена не могу им управлять. Он. О, о, давай, словились. Давай, давай, давай. Ну. Вот, отлично, 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 отлично. Серега хотел прыгнуть, но не прыгнул. Я прохожу этот Детран, потому что. Потому что блядь, и все. Итак, ну, в общем, ребят, ребятки, у нас Алёша сегодня закончил историю. Закончились наши сегодня времена охренительных историй. С вами был сегодня несколько наглый матерящийся такс. Но вы это не воспринимаете. Ну, это человек, ага. Изволила моя душа сегодня поматериться. Максим, который давал нам охренительные цитатки. Или Рой, который шутил вроде как. Не знаю, не помню. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. За Лерой задницу можно лайк поставить. В общем, подписка. За задницу Лерой. Ну там тёлка-то такая помпезная. В общем, ребятки, лайки, всем пока. Пока-пока. Пока. Я говорю, пока, ёбаный в рот.